Здравствуйте. Доброго здоровья. Так называется наша программа на Первом канале. И с вами, как всегда, наш дорогой Геннадий Петрович Малахов. И очаровательно Ангелина Вов. Нашу сегодняшнюю программу открыла песня «Королева красоты». Исполнил ее молодой, начинающий, красивый певец Эдвард. И не случайно, потому что наша сегодняшняя программа, ее тема... Звучит так. «Королева красоты». Эталон женской красоты. Явление изменчивое, непостоянное, равно как и мода. И, кстати, во все времена параметры оценки внешности всегда были разными. И да, ведь вот эту очаровательную тройку стилист Олег Тернопольский, модель и телеведущая Елена Кулецкая и мисс России 2006, актриса, певица и модель Татьяна Котова. Вы знаете, понятие «красота» – это, наверное, невозможно уместить в одно какое-то определенное слово. Это и блеск в глазах, это и харизма, и, конечно же, саморазвитие, самосовершенствование, потому что человек красив не только внешними какими-то данными, это и внутренние качества, гармония превыше всего. Потому что, если брать с точки зрения только физической оценки, в любых странах, этностях в разные времена были абсолютно разные понятия, что такое красивая женщина. Во времена Микеланджело это была зрелая дама в возрасте. Конец 90-х годов нам вообще диктовал буквально эту андрогинность, где женщина непонятно было, то ли это мальчик, то ли это девушка, какого она... Пола, вообще существа, да. Поэтому в любом вот этом физическом, диктующем настоящим временем образе, естественно, главное то, что наполняет эту физическую оболочку. Именно содержание, блеск в глазах, красота. И поэтому вот мы все вам, Ангелина, сегодня поем дифирамбы и кланяемся, потому что это доброта, которая спасибо ранних лет. А что скажет Олег? Вы знаете, я думаю, что на самом деле это не только внешний фактор, но и поступки человека. Ведь то, как человек живет, какой у него имидж по жизни, можно трактовать его и внешний фактор. Красивый человек красив поступками. И не только в том случае, когда он красиво одевается, но и когда он красиво говорит, как красиво мыслит, красиво подает свои внутренние качества. Это очень важно. Лёка Миронова – знаковая личность в модельном мире Советского Союза. Встреча на Кузнецком мосту с Вячеславом Зайцевым открывает ей дорогу на подиум. Она становится его музой, а он ее пигмалионом. Для них открывает свои двери весь модный мир. Но советская власть не выпускает модель за пределы страны, хотя западные журналисты в один голос кричали, что Лёка Миронова – русская Одри Хепберн. «Я манекенщица» – эту фразу одной из первых произнесла красавица Лёка Миронова. И сейчас она у нас в гостях. Встречаем. Здравствуйте. Доброе здоровье. Пожалуйста, присаживайтесь. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а вот российские манекенщицы, они выдерживали конкуренцию с зарубежными манекенщицами? Честно говоря, конечно. В 66-м году американцы пришли и сделали фильм. Три звезды Советского Союза. Это был Брумель, Майя Плисецкая и ваша покорная слуга. И когда они у меня увидели, они сказали, вот это вот человек мира. И, кстати говоря, в 67-м году был фестиваль мод международный. В Шанель... Мне как лучше, мне, во-первых, дали медаль «Лучшая манекенщица Советского Союза», это общая модель, медаль. А «Шанель» мне дала свой знак, значок «Шанель», что сказала, вы бы могли, вот, могли быть в нашей коллекции в любой стране. А вот скажите, пожалуйста, Татьяна и Леночка, что вы думаете о советских манекенщицах? В свое время и в каждые года были свои эталоны красоты, да? Но глядя на то время, 60-е, 50-е, все равно видишь, что всегда ценились именно формы женские. Единственное, что раньше
Девушка не всегда была высокая. Наверное, не всегда можно было найти высокую манекенщицу. Что сейчас не скажешь, да, проблемой. Стали актуальны модели плюс сайз, то есть последние несколько лет активно развивается мода на женщин с тучными фигурами, которые активно выходят на подиумы, демонстрируют моду для женщин размера плюс сайз. И мне кажется, что это прекрасно, ведь действительно в массах большинство женщин не могут позволить себе носить обычные наряды, которые по размеру красивым стройным манекенщицам. И поэтому возникает столько комплексов у этих женщин. У нас есть Виктория и Анжелина, а вы комплексуете по поводу своих пышных форм или? Ну, вы знаете, да нет. Нет. Я, в общем-то, с детства была довольно крупным ребенком. И, вы знаете, у меня никогда не было проблем с мужским вниманием, например. Не знаю, я люблю смотреть на себя в зеркало. Я очень рада тому, что мне дали мои родители. Я была с детства всегда, я не знаю себя другой, поэтому я себя люблю, какая я есть. И я считаю, что красота именно в этом. Человек должен любить себя изначально. Тогда он будет красив и для окружающих. Да, но, к сожалению, вот Вся индустрия моды и одежды просто игнорирует тот факт, что есть другие люди. И сейчас уже Нам преподносят это просто какой-то кошмар. Если и есть эта одежда, она стоит бешеных денег, и не все могут позволить. То, что стоит дешево, это просто какой-то кошмар. Оно в цветочек. Володя, хорошо, что тебе эти мухи наши непонятные. А что ты думаешь? Ангелина. А сейчас мы с вами увидим нечто особенное. Идеал неземной красоты. Известная советская манекенщица блистала не только на главном подиуме страны, но и в кино. Как отмечали деятели искусства, во внешности Елены есть что-то неземное. За Еленой Метелкиной прочно закрепился образ гостья из будущего. Ее фотографии украшали лучшие обложки журналов как в России, так и на Западе. Елена считалась самой перспективной моделью советской Москвы. И многие говорили, на ней можно сделать миллионы, но не в СССР. А я хочу пригласить к нам в студию известную советскую модель Татьяну Чапыгину. Встречаем. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Пожалуйста, проходите к нам. Татьяна никогда не мечтала о карьере модели, но по праву считается одной из самых красивых манекенщиц 70-х годов. После школы получила профессию медработника, но вскоре судьба ее свела с удивительным миром моды и Вячеславом Зайцевым. Татьяна Чапыгина увидела модельную жизнь за железным занавесом, побывала в Германии, Японии, Америке. Татьяна Чапыгина и по сей день занимается спортом и тщательно за собой ухаживает. Вот. Скажите, пожалуйста, а с показами вы где бывали? Не только в стране, но и за границей? Да, конечно. Я очень много ездила и была в таких больших странах, как Америка, Япония, Мексика. Ну и европейские тоже страны были. И скажите, пожалуйста, как вас встречали там? Очень хорошо, очень дружелюбно. И даже был такой случай, мы работали в Америке на выставке «Советская женщина», и после показа к нам приходит женщина, она иммигрантка была, приходит к сцене, подходит и начинает целовать сцену. Мы были все в шоке, что это такое. Она целует и плачет, говорит, здесь русские были. Но у нее такая была ностальгия по Советскому Союзу. Скажите, а на вас, как на советскую женщину, произвел впечатление зарубежный мир моды? Конечно. У нас было очень мало информации, и мы как бы в собственном соку все варились. И то, что мы там видели, мы даже пытались что-то взять для себя, да, приезжали. А скажите, а как относились к вам представители модной индустрии прогрессивных стран мира?
Очень. Не смотрели на вас свысока, мол? Нет, ну нет, что да? Вы, наоборот. Даже, поддерживали? Вот чуть попозже, после 80-х, наших девочек приглашали работать, но нам не разрешали. Лена, а вас тоже уговаривали остаться? Нет, но внимание было очень искреннее. После нескольких показов по городу и по телевидению как-то вот узнавали нас. Мы какие-то становились свои. И нас любили, ходили. Это как бы, знаете, такое радио сарафанное. ГУМ приехал. О, ГУМ! Пойдем. Понятно. Скажите, пожалуйста, вот мода СССР, вот что это понятие для вас сегодня? Ну, мне кажется, это история в первую очередь, потому что сегодняшней современной моды не существовало бы, если бы не было той моды, моды того времени. И мне кажется, что эти люди, они заложили действительно фундамент в развитии нашей современной моды. А скажите, пожалуйста, возвращается ли мода, вот она приобретает какие-то, может быть, новые очертания? Безусловно, она циклична. То есть она периодически повторяется, но интерпретация каких-то старых веяний, она присутствует практически в каждой модели сегодня, в каждом показе, в какой-то идее. Ее можно увидеть. Вы знаете, в 60-е годы очень были в большой моде вот такие пышные юбки. Mm-hmm. И они женщину сделали такой стройной. И всегда это почему-то я сейчас не вижу вот на улицах а вот наших городов. А вот именно сейчас вы мне... порадуетесь, потому что в нынешнем сезоне вот эти силуэты 50-х, 60-х, годов, как никогда, вернулись, да, актуальны, да. Именно вот интеллигентность уже отходит, слава богу, мода от вот этого вычурного крика. Вы знаете, мне не нравятся, сейчас я вам скажу, вот эти обнаженные животы, потому что, во-первых, зимой девочку видишь и сочувствуешь ей, она идет вот такой юбочке, ножки у нее в колготочках, она мерзнет, губит свое здоровье. Ну что это за мода? Олег, стилист. Я думаю, что на самом деле мода, она идет с улицы. И то, как одеваются обычные ничего люди, подобного. Вы многие диктуете. Дизайнеры, есть тренд-хардинговые агентства сегодня, которые выявляют шпионов на улице, которые рассматривают, как одеваются обычные люди, молодежное направление, и потом внедряют его в моду. Вот эта мода пришла к нам из теплых стран, и не надо губить нашу молодежь. Олег, вы знаете, Бенджамин Франклин сказал как-то, мы едим для удовольствия, а одеваемся для удовольствия других. Вы согласны с этим мнением? Я думаю, что в большей степени люди все-таки приобретают уверенность посредством внешнего фактора. Одежда играет немаловажную роль, вот только первые важно. 30 секунд. Потом уже включаются вербальные, невербальные характеристики, и человек несет свой внутренний мир. И, конечно же, первое представление о человеке, оно, безусловно, важно, потому что оно дает уверенность. А если дает уверенность, значит, это больше важно для человека. Скромность умерла, когда родилась одежда. Так говорил о моде Марк Твен. И действительно, подчас скромность в наряде воспринимается как пережиток прошлого. Хотя лично мне это очень нравится. На подиуме, я согласна, там художник творит, там он воплощает свои разные мечты. Но каждая женщина, я думаю, должна выбрать для себя то, чтобы подчеркивало ее достоинство, скрывало недостатки. И все-таки говорила о ее скромной женской природе. Будьте всегда красивы душой и телом. До встречи на первом. Доброго вам здоровья.